Дорогие друзья, вы на канале Мастерки, и в этом видео хочу вам показать деревянный домик, сделанный какими-то людьми. Сначала предыстория. Я гулял с своим другом во дворе, каком-то другом чужом, не в нашем, и нашли на дереве красивый деревянный домик. Давайте посмотрим, что внутри. Вот, пожалуйста, тут какие-то две интересные сидушки, наверное, на которых сидеть надо крыша. Интересно, протекает она или нет. Тут видно, что домик сделан из крепких балок. В принципе, достаточно неплохой домик, чтобы сидеть. Ну, он выглядит, конечно, не очень снаружи, но внутри, мне кажется, достаточно уютно. Я в нем посидел, мне достаточно приятно было в нем сидеть. У нас в нем есть стены, и крыша, и пол. Достаточно очень крепкие. Вы можете это посмотреть, так как я на них сижу, и в принципе все нормально. Что вам еще сказать? Домик. Ну, в принципе, следов влаги в нем нет, так что навряд ли он протекает. Так что я не знаю, что про него еще можно сказать. Домик достаточно удобный. Возможно, можно от дождя в нем еще сидеть. Ну, это решение тех, кто построил этот домик. Это еще строили не мы, а не какие-то пацаны из этого двора. Ну, домик достаточно уютный. Это, чтобы выглядывать, наверное, небольшое такое окошко. Это тоже, это вентиляция, допустим. Тут еще пена была. Вот, смотрите. Такая крутая. Это, наверное, для того, чтобы влага не проходила. Или более-менее герметизация этого домика. Давайте сейчас вылезем, посмотрим, что-то как там снаружи. Как он выглядит. Я поставлю на паузу и тогда уже. Видно, что домик деревянный. Сидушки без понятия, наверное, от какого-то кресла. Вот, смотрите, домик снаружи,